Мы всем приветствия. В прошлый раз был зол, поэтому не обратил внимания, что при подъеме была вот эта переписка. Визуально вполне себе скотчем примотали. Father, are you okay? Carolyn, my child, that thing has stolen my Bible. Stay there, father. Right now, it's vital that you keep calm. Yes, you're right. I don't know how I'll be able to thank you for taking care of my arm, my child. What are you talking about, father? It wasn't me. But I saw you. Oh, you are right. I'm getting confused. Now that I think about it, it was Dr. William who treated my arm. Dr. William, the Wildberger twins' father. Is he in the mansion? I had no idea Dr. William had daughters. Where can I find him? He's usually in his office. You'll probably find him there. I'll go find him. He might be able to give me some answers. Не, озвучки нет. Это кто-то заметил, что отче вроде как двигается, а у нас героиня просто застыла. Это немножко странно, почему они так сделали. Хотя, возможно, они просто не могли иначе заблокировать ее движение, чтобы мы не ушли в момент диалога. Но все равно смотрится странно. Thank you, Father. I'm sure this will be of help. God be with you, child. Да, и вот у нас теперь фонарик, который нам руки освободит. Хорошо, побежали. Вот, гад. Но они, кажется, действительно стали крепче. Thank you.
Самодельное оружие колющего действия. Бьет током. Так, блин, проблема. У меня что-то пароль совершенно вылетел из головы, ну, в смысле, то, что о нем надо было подумать. Здесь вроде бы больше нет мест, куда мы не могли пройти. Но это не точно. Ладно, нам в проекторскую. Ага, а вот отче, с которым она говорила до того, как она с ним поговорила. Father, what happened to the statue of Christ? Did you fix it yourself? Oh, hello, child. Welcome to this humble house of our Lord. I'm the town priest. It's a pleasure to meet you. What is your name? What is it? Did I say something wrong? No, no, not at all. I am Caroline, Caroline Walker. A beautiful name. Were you saying something about our Lord's statue? The last time I was here, it was scattered around the floor, in pieces. God forbid it, my child. This statue has been here for over 100 years. We take great care of it. It has never been damaged. And let's hope it remains in here like that for many more years. То есть прошлое путешествие во времени ее не смутило, да? Ясно, то есть это всегда будет светить тут. Ну, видимо, надо бы что-то охладить.
Стоп, оно же закрыто было. А, нет, это другое место. Стоп, аккумулятор. Да-да, мы уже поняли, надо бы сюда вернуться. А когда вернемся? В базовый, так сказать, таймлайн. Так, а помочь... Спасти статую нельзя, да? Ладно. Так. За аккумулятором, конечно, надо сбегать, но сейчас у нас есть возможность осмотреться там в библиотеке. Ну, там, где находится библиотека. Только вспомнить бы точный путь. Или это было не здесь? Вот вспомнить бы. Как мы проникли в ту часть, где всегда было темно? Если не здесь, то где и как? Эх, обидно. Ладно. Раз не помним, попытаемся хотя бы найти аккумулятор. Неожиданно, что их больше одного. Ой. Хотя, наверное, надо было по звуку ориентироваться. Хотели найти аккумулятор. Ну, то, что врагов возродили, это, конечно, неприятно. Точнее, новых заспавнили, но тем не менее.
Хорошо. Здесь это отдыхает по-прежнему. Да, блин, мы же... Ладно. Если что, все еще ищу то место, где мы не могли пройти. Блин. А, нет, стоп. Здесь было такое место, да. Оно где-то еще было, но и здесь точно. Блин, ну вот вы издеваетесь, да? Года. Внешне Анна и Эмма похожи, как две капли воды, однако характеры у них совершенно разные. Анна экстраверт, шумная и внимательная девочка. Эмма же спокойная и замкнутая. Я сама сшила им пару нарядных платьев, долго над ними корпела, и на днях наконец-то закончила работу. Двойняшкам хватило одного вечера, чтобы от платья ничего не осталось. Они пришли с прогулки по лесу, выморавшись в грязи с головы до ног, с листьями в волосах. Оба платья были порваны и стрепаны. У меня едва не случился приступ ярости. Я все же сдержалась, сделала несколько глубоких вдохов и сквозь слезы рассказала им, сколько труда было вложено в эти платья. Глаза Анны наполнились влагой, и подступив взгляд, она пробормотала извинения. Видно было, что она раскаивается. Эмма уже продолжала непонимающе смотреть мне в глаза. Лишь на мгновение на лице ей мелькнула насмешливая гримаса. Мое сердце сжалось от ее холодного взгляда. Содрогнувшись от такой реакции и не зная, как быть, я велел дочерям удалиться в свои комнаты. В тот вечер они не ужинали. Нет, серьезно. Ладно, пока без вариантов. Но мы сюда прошли.
Печально. Ну, это было, конечно, весьма неожиданно. Понятно. Медальон надо будет выплыть, да? Помним, видели где-то место для дискеты. Ну, это тоже в районе библиотеки. Блин, столько всего сейчас у нас рядом с библиотекой. Ну, где это вообще не вспоминается. Возможно, это какая-то подсказка. Это мы где? А, даже так. Даже не знаю, что экономнее. Ладно, сейчас надо будет вот это использовать. Все же, по-моему, слишком много гвоздей уходит на все это. Но так или иначе, пока не вспомню, или правильно будет сказать, не найду, где же там место в библиотеке, думаю, придется притормозить пока что. Так что, пожалуй, будем считать, что на этом пока что все. Something tore off one of the priest's arms. Thankfully, the doctor, William, surgically replaced it with a new one. I didn't even realize a procedure like that was possible. I also discovered that William is the father of the twins in the photo. I should go to his office to see if he can give me some useful information.